А для того, чтобы вам было еще легче приглашать бизнес-партнеров, компания для вас подготовила новый бизнес-инструмент, о котором вам расскажет Иван Булкин, директор по развитию бизнеса «Фаберлик». Приветствуем! Здравствуйте. Знаете, такое трогательное выступление Мариан, такое вдохновляющее. Я до сих пор под впечатлением. И вот когда Мариан рассказала про книжку «Ответ» Алана Пиза, я сразу вспомнил, как мы вели переговоры с Аланом, как мы общались с ним. Сейчас я понимаю, что все это было не зря. Действительно, мы нанесли непоправимую пользу. Все это мы делаем для вас искренне, с душой. И мы очень много стараемся выпускать что-то новое, что будет помогать вам во всем. Я пришел с небольшим подарком для вас, но прежде давайте поговорим. Фаберлик — это успешная компания? Да. Определенно. Слышу. Да. Когда кто-то добивается успеха, все, ну, очень многие вокруг начинают искать авторов этих побед. За счет чего Фаберлик, вот что в основе успеха Фаберлик. И вот очень часто я слышу такой самый частый ответ: основа успеха Фаберлик – это люди. Ну, а какие люди? Ну, давайте пару слов скажу, какие люди. Не просто все. Это люди зажигательные, это настоящие, эмоциональные люди, которые зажигают и ведут за собой большие команды, при этом умеют планировать, умеют читать цифры в отчетах. Это люди, которые любят свое дело, каждый день профессионально растут. И еще кое-что. Они, ну как минимум, кто-то в начале, кто-то в середине своего пути, они разобрались с нашим маркетинг-планом. Мы-то с вами здесь вот в зале все сидим, и мы понимаем, что наш маркетинг-план, ну, вообще говоря, он офигенный. Он уникально балансирует возможность очень много зарабатывать, особенно после обновления. В прошлом году, вы помните. И при этом он невероятно стабильный и надежный. И вот как было бы классно, если бы вообще все люди, не только в этом зале, а и новички, и новые партнеры, как можно скорее понимали, как же устроен наш маркетинг, наш бизнес. Вот могу поделиться своим опытом. Время от времени к нам в компанию я нанимаю аналитиков. Аналитик, чтобы он нормально работал, он должен очень-очень хорошо понимать суть бизнеса. И вот они всегда спрашивают, а сколько времени нужно на обучение? Я так отвечаю. Первые полгода вы будете сидеть и учиться программировать запросы в базу данных. А дальше, если вы очень умный, целеустремленный, а многие из них полные отличники в своих университетах, вот если вы будете проявлять инициативу и во всем разбираться, то где-то за полгода или год вы поймете тонкости нашего бизнеса и сможете уже генерить новые идеи, новые проекты. И скажу по себе, это довольно сложно постоянно объяснять людям вот так вот по кругу, как устроен маркетинг, со всеми деталями, вот этим вот мелким, что знаете. И нужна какая-то поддержка, и вот я признаюсь, эту поддержку беру у вас. Вот многие из вас выкладывают видеоролики, а я на выходные после работы просто вот включаю какой-нибудь вебинар и смотрю. Вот мне очень запомнился вебинар как раз Анны Кононовой. Она там так говорила. Будьте как попугайчики. Вот с улыбкой, с радостью. Приходят люди, вы им рассказываете, повторяете, повторяете, повторяете. Они, кто-то будет не понимать, задавать глупые вопросы, еще раз, кто-то уйдет. А вы как попугайчики продолжаете, продолжаете, продолжаете. И что в итоге? Бац, под вами в первой линии новый директор. Ну, оно того стоило, это просто прекрасно. И я очень хорошо понимаю, какая это непростая и важная работа, и огромная благодарность, что вы ее все делаете. И, конечно же, очень хочется вам помочь в этой работе. Ну, вообще говоря, и вы сами очень часто у нас просите, дайте нам какие-то инструменты, чтобы вот именно вот эту работу как-то упростить. Ну, например, вы частенько просите сделать, например, ролик про маркетинг-план. Вот так, чтобы минут на 20, чтобы вот лестница успеха была, чтобы провал рассказали. Вот какие-то такие основы,
и чтобы можно было новому бизнес-партнеру показать, и он достаточно быстро понял, а как устроен бизнес. Ну, мне кажется, уже пора все-таки вам этот ролик подарить. Сейчас, я назвал, я сказал 20 минут. Мы не будем этот ролик 20 минут смотреть. Сейчас мы посмотрим короткий трейлер этого ролика. А сам ролик будет доступен для вас сразу после цифрового форума в начале ноября. Построить собственный стабильный бизнес, передать его своим детям и быть частью сообщества успешных и уверенных предпринимателей. Все это возможно вместе с Faberlic. Следуйте по маркетинг-плану компании и поднимайтесь вверх по лестнице успеха. Итак, вы активно работаете с командой. Очень важно выполнять личный объем от 50 баллов. Это обязательное условие для достижения всех новых званий Faberlic. Дальше много будет зависеть от того, насколько большая ваша команда и какой объем продаж вы выполняете вместе. Чем больше ваша личная группа, тем больше объем личной группы и тем выше ваше вознаграждение или ваш процент объемной скидки за период. Лестница успеха Faberlic стремится ввысь. В команде старшего партнера и выше уже должны быть бриллиантовые директора в первой линии. Старший партнер. Средний доход за год 36 миллионов. Спасибо. Тут можно еще долго его показывать, но лучше, чтобы вы в спокойной обстановке посмотрели его, поняли, как с ним работать, придумали методы, и у вас было намного-намного больше новых бизнес-партнеров, вам было проще вводить их в курс дела. Желаю всем, вот, как минимум старшего партнера и вот до самых верхов этой лестницы, чтобы вы и ваши команды дошли. Спасибо большое.